богатые. Как же у них красиво. У тебя не хуже. Да, у нас темно, тесно. Пирожков нет. Никакой разницы. Просто ты этого не видишь. Видеть счастье в мелочах и не опускать руки. Именно об этом новая постановка в Театре кукол. Сложная в плане актерской работы, но богатая декорациями и даже немного волшебная. Браться за инсценировку «Синей птицы» режиссер-постановщик не решалась 4 года. Больше всего переживает за реакцию зрителей, ведь на премьерном показе полный зал. Волшебство не так просто делать нам, земным людям. А здесь без волшебства никуда. Поэтому технически он очень сложный спектакль. Для актеров работы было очень много, потому что все актеры здесь у нас и поют, спектакль очень музыкальный. У Ольги сегодня тоже премьера. Она впервые играет главную роль. А в Театре кукол работает всего 3 месяца. Признается, что выступать до сих пор немного боится. Роль девочки Метиль непростая. Работать приходится и за ширмой, куклой, и на сцене, как драматическая актриса. А еще надо петь и танцевать. Но главное, говорит Ольга, полюбить своего персонажа. И тогда все трудности преодолимы. Ну, это такая девочка, которая, ну, всего боится. Но в то же время она жизнерадостная и радуется каждой мелочи. Взяты дети, которые бедные, то есть из бедной семьи. И как бы получается, что в конце они понимают, что в том, что они бедные, в этом нет никакой проблемы. Добрая сказка о чудесах и, конечно, о добре и зле первым юным зрителям понравилась. Смешная старушка-фея, бедный брат с сестрой, у которых не всегда есть кусок хлеба. Именно они – главные герои спектакля. Актеры переживали, что смотреть его деткам будет тяжеловато, ведь только первые действия длится почти 1,5 часа. И дети действительно очень сидят, внимательно смотрят. Для них это, ну, им вызывает это интерес, что нам, как актерам, естественно, очень приятно. К этой премьере готовились давно. Костюмы и декорации начали делать еще летом. К воплощению пьесы Марисы Метерлинка на сцене подходили особенно аккуратно и внимательно. Такие сложные сказки ставят нечасто. Но в областном театре кукол этот спектакль уже оценили на отлично. Екатерина Копылкова, Влада Меткова, Александр Мажаров, 6 канал.